Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я Геннадий Кацов. Рад приветствовать вас в нашей передаче. И сегодня мы пройдемся по пяти темам рабочей недели, по дням, главным темам этих, с понедельника по пятницу. И я хочу сразу же представить гостей нашей передачи, с которыми мы, собственно, и обсудим эти темы. Рядом со мной известный вам Илья Левков, владелец издательства «Либерти», издатель, политолог. Илья, приветствую вас. Здравствуйте. И Петр Залмаев, директор института EDI. Петр, приветствую вас. Приветствую вас. Поскольку вы в первый раз в нашей программе, я хотел бы, чтобы вы представились, немножко рассказали и об институте, и о вас, поскольку и институт сам по себе тема интересная, и вы как журналист, то, что вы пишете в Huffington Post, собственно, вы и на Аль-Джазире выходите, именно здесь английский вариант. Немножко, несколько слов о себе и об институте. Ну, Евразийская демократическая инициатива, это является... EDI, и EDI есть. Да, является некоммерческой организацией здесь, в Нью-Йорке, которая уже с 2008 года занимается отслеживанием и мониторингом ситуации в странах бывшего Советского Союза. Кроме различных программ, которые позволяют американской публике узнать больше о этом регионе, мы также занимаемся конкретными вещами. Мы отслеживаем ситуацию с соблюдением прав и свобод в этих странах. Мы участвуем в заседаниях Организации Объединенных Наций и других межгосударственных организаций. И что касается вот событий последних в Украине, наша организация участвует тоже в информационном процессе озвучивания различного вида трендов того, что происходит сейчас в России и в Украине. Я, в частности, выступаю уже, начиная с аннексии России и Крыма, на каналах таких как BBC, CNN. Я веду авторскую колонку на сайте Аль-Джазиры и, как вы заметили, Huffington Post, где я обозреваю тоже, вот, анализирую ситуацию. Это еженедельные колонки? Это, на самом деле, они не имеют регулярный характер, а скорее по их приглашению я... Иногда это может быть каждую неделю, иногда раз в месяц, иногда чаще, реже, то есть в зависимости от... Ну, я бы только добавил еще один момент. Вы политолог, причем вы закончили Колумбийский университет, да? Вы с 93-го года? Я с 94-го года. Здесь, в Соединенных Штатах? Да, в Соединенных Штатах Америки, родом из Украины. Закончил, получил master's degree в Колумбийском университете, специализация политология, в частности, институт Гарримана. Это институт, который специализируется по изучению России и стран бывшего Советского Союза, где я получил тоже сертификат. Вы директор этого института, вы его и основали? Или... Я его основал, да, со своими коллегами, которые тоже выходцы из бывшего Советского Союза, которые разбросаны фактически по всему миру. Это и коллеги в Соединенных Штатах Америки, в Европе, а также в регионе. И кто-то поддерживает вас официально как-то, или это личная инициатива? У нас есть определенные гранты, то есть мы как бы получаем гранты на определенные проекты. Также у нас есть так называемые members, то есть членство. Да, но опять-таки подчеркну, что мы не являемся коммерческой организацией. Ну, это понятно, да. Ну, кто, но каких институтов гранты? Мы не получаем от эти гранты от, во-первых, правительства. NED, о которой вы говорите, да, в принципе, это возможные грантодатели, возможные доноры. В частности, от них мы сейчас ничего не получаем. Но фонд Сороса тоже, вот мы работаем с фондом Сороса. Понятно. Илья, у вас есть какая-то книжка? Как всегда, подарок? Подарок, конечно, невероятный. Давайте покажем. Покажите. Итак, два слова. Итак, книга на английском языке. Она называется «Кому и почему проигрывали короли шахмат». Это первая и единственная книга, написана Борисом Спасским. Расскажу вам маленькую историю. Лет 25... Как раз Борис Спасский, да, да, и Гельфер. И Гельфер. Лет 25 тому назад я написал Спасскому в Париж, сказал, вот у меня вышла книга... Карпова, и Каспаров сказал, у него уже вышло. Я сказал, может, вы будете заинтересованы. Он меня так немножко отфутболил, нежно сказал, когда я буду готов. Но он никогда не готов. И вообще-то он известен как, ну, скажем прямо, ленивый чемпион.
Он берет жизнь спокойно, он не потеет, не трудится, это вот. И вот, наконец, у него вытянули эту книгу, которая будет представлена через месяц в Сочи, где будет чемпионат, куда будут приглашены все живые чемпионы мира. И, он по-английски ее писал? Да. И он писал статьи, по-английски? Да, это статьи чемпионов мира, которые во время вот своего, так сказать, королевство проиграли другим. Вот как проигрывает король, когда сидящий на троне. Здесь просто тематика интересная, как такова. Ну, я вот смотрю, The Only One Book by Борис Спасский. То есть это, да, единственная книга Бориса Спасского. На английском будем читать? Для шахматисты поймут это все, ну, и она здесь, будет также слава на богу, электронной. Слава богу, у нас телезрители читают по-английски, так что это и для них книга. Большое спасибо. Давайте перейдем теперь мы к нашим темам. Итак, начнем с понедельника. В понедельник, 6 октября, президент Обама заявил, что правительство Соединенных Штатов усилит проверку здоровья пассажиров, следующих в США. Это стало реакцией на известие о первом случае заражения лихорадкой Эбола за пределами Западной Африки. В Мадриде была инфицирована медсестра, которая лечила больного Эболой миссионера. При этом, как сообщается, президент отказался вводить запрет на въезд в США для граждан, прибывших из трех наиболее пострадавших стран – Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне. На такой мере настаивали некоторые политики. Продолжают настаивать, я бы добавил. Пока не сообщается, какие именно действия будут предприняты в рамках усиления контроля, в настоящее время пассажиры из перечисленных стран проходят проверку на симптомы заболевания в аэропортах вылета. Ну что, Петр, давайте с вами немножко поговорим. Итак, Эбола. Ну, в общем-то, здесь целый ряд различных вопросов. Это и проблемы безопасности, это проблемы экономики, поскольку Эбола – это, в общем-то, враг. Это вот такой террор только со стороны вируса. В данном случае еще интересный аспект – это смерть американца, который приехал из Либерии. Он ездил туда к своей невесте и так далее. Ну вот тоже такой удивительный случай. Он пришел, медсестра ему сказала, что там какой-то неправильный диагноз, видимо, был поставлен. Сейчас Джесси Джексон настаивает на том, что поскольку это был чернокожий, это был афроамериканец, поскольку у него не было страховки, поскольку он малоимущий, то ему отказали в сервисе медицинском. Через два дня он вернулся уже туда, уже поняли, что он заражен Эболой. Он скончался на этой неделе, по-моему, он скончался в среду. И, в общем-то, теперь здесь возник еще один вопрос. Как бы обычная вот такая вот расовая ситуация. И ситуация страховки, Obamacare. В общем, здесь целый комплекс. Ваш взгляд на то, что происходит сейчас вот в связи с этой лихорадкой Эбола здесь у нас в Соединенных Штатах? Ну, я считаю, что проблема немного раздута, вы знаете. То есть, насколько я понимаю, и если судить по высказываниям экспертов, Эбола Америке фактически не грозит. Вы знаете, то есть всего лишь около 14 случаев заражений за пределами этих трех стран Западной Африки Эболы. И из них вот буквально один случай, смертельный исход, о котором мы сейчас говорили в Америке. Вот есть случай медсестры в Испании, да. То есть, в принципе, эта проблема немножко раздута. Есть, у меня есть опасения, что некоторые политические силы Америки пытаются использовать, да, и нагнетать, да, истерию по поводу Эболы в своих целях. А вот, кстати, интересно, какие? Здесь интересно следующее. Я вспоминаю, поскольку вы уже здесь много лет, вот, я вспоминаю, у нас был птичий грипп, у нас был свиной грипп и так далее. То есть вот вы это видите в этом же направлении? Абсолютно, да. И даже если мы вернемся в 2011 год, сразу же после трагических событий 11 сентября, это вот истерия с антраксом, да, то есть сибирская язва, конверты, которые получали... В 2001 год вы имеете? Да, 2001, извините, да. А потом это также западно-нильский вирус, вот то, что вы сказали, да. Это, я считаю, что это из этого же рода явления. И то, что мы видим сейчас, эти так называемые превентивные меры, да, то есть скрининг и взятие температуры в пяти аэропортах, куда прибывают, да, пассажиры из этих стран, в частности, это, скорее всего, имеет не настолько превентивный характер, потому что, заметьте, инкубационный период Эболы 8-10 дней, поэтому это не является очень эффективной мерой. А это скорее антиистерийный характер с тем, чтобы просто успокоить. Тогда вопрос, кому это нужно?
Вот я уже сказал. Особенно в преддверии, будем так, если мы все рассматриваем в этом плане, в преддверии выборов 4 ноября. Я считаю, что, опять-таки, есть определенные силы, может быть, даже наши коллеги из республиканской партии, которые хотят использовать этот non-crisis, этот вот не кризис, против Обамы, связать это с Obamacare и так далее. Я думаю, что вот после этих мер, которые были оглашены, немножечко тема спала, и я так понимаю, что даже республиканцы немножечко утихли, потому что я считаю, что это не выльется в какой-то большой конфликт. Есть намного более серьезные проблемы сейчас у Америки, у Белого дома, в частности, мы будем о них говорить позже, это исламисты. Это мне понятно все. Как вы считаете, реакция Обамы, она, в общем-то, нормальная в данном случае? Быстро все происходит? Ну, достаточно быстро, я думаю, что я не знаю, что можно было бы сделать иначе, чем то, что делается уже. Илья? Я думаю, здесь больше центр тяжести находится на оперативности администрации и президента Обамы, который был вовлечен в это и сказал, вот то, что сказал Петр, что особых не может быть. Не только сказал «нету», это было перед этим случаем, он сказал «особой опасности не может быть». Вот это понятие «не может быть» у президента может быть на уме, но ни в коем случае он не должен это высказывать, потому что у него нету абсолютного контроля, что произойдет. Что произойдет в аэропортах этих, возьмут ли они, прилетев до аэропорта, два аспирина, их температура снижается, их могут измерять, сколько они хотят, а потом, зная, что здесь их будут лечить, я сейчас подойду к другой серьезной части. Поэтому это вот у него всегда он выбрасывает слова. Когда он сказал, нету ни йоты в том, что было насчет налоговой полиции, IRS, помните, он сказал, нету ничего, а потом происходят бесконечные выявления, или он знает, или он не знал, в лучшем случае, что не придает ему лавры. Или как бостонский профессор в Бостоне, когда оказался сначала, сразу, он говорит, вначале виноват белый полицейский. Да, опять-таки, вот это, но это показывает, если есть присутствие вот такого мышления и поведения, значит, оно несовместимо с другим, которое более серьезное. И вот вся эта тема. В Белом доме нету взрослых. Это серьезная и широкая тема, но она доминантная. И она показывает себя вновь и опять в различных случаях. Ну вот такой, кстати, по поводу Белого дома, поскольку вы уже сказали, здесь в прошлое воскресенье мы как раз обсуждали вот эти все вопиющие случаи с охраной президента, когда просто-напросто человек пробегает лужайку Белого дома, заходит вовнутрь, и его ловит человек, который уходит уже со смены. То есть, то есть на самом деле это безответственность, характерная, вы говорите, нету взрослых, характерная для подростков? Здесь технически, я не хочу взять вот эту техническую, в которой президент, здесь не было, так сказать, центральных людей, которые сделали оплошность. Здесь самый высокий чин, это будет директор security Белого дома. Да, это все понятно, она уже подала в отставку. Да, но все равно, здесь как-то трудно перевести, почему этот зайчик эту лужайку пробежал, и что он хотел делать, и надеюсь... Его допросят до конца, его будут пользоваться всеми теми мерами, которые президент не позволяет пытать и допытываться террористов. Потому что нужно знать, что с ним, он псих или кем-то был направлен. Но обратно вот на ту тему, которую затронул Петр, и она важна. И этот ком, который он набросил, Джесси Джексон, абсолютно безответственный политик. Взял и сказал, что это расизм и дискриминация. Опять бросает старые мечи. У него нету ничего нового. Он только ждет. Он на этом сделал себе политическое имя. Себе, своему сыну, своей любовнице и своему всем. Сидит и бросает эти мечи. Давай два слова, коротко. В чем там было дело? Во-первых, он прилетел сюда. Данкан, 45-летний. Он прилетел и не сказал, что он прилетел с той страны, и не сказал, вообще-то,
не дал данные точные в госпитале, когда первый раз он был. На вопрос, был ли у вас контакт с больными эболой, он ответил нет. Нет, как будто люди, даже они не уверены. Есть ведь сегмент, который не уверен, когда это происходит потом. Но следующее, вот здесь мы входим в тонкости. Он сравнивает это с двумя врачами, которые были волонтеры, полетели туда спасать людей. И вот они заразились. И тогда один из их друзей послал свой частный самолет и, и достал им какие-то медикаменты, которые не были... приняты еще American Drugs FDA. Да. То они сделали здесь много личной инициативы и даже нелегального, используя эти экспериментальные медикаменты. Сейчас он берет это как нормально, как политику государства, даже не правительства, а государства, потому что дискриминация и расизм – это коренное. Это не ветви, это коренное что-то такое, и бросает эти мечи. И никто не встает и говорит, стыд и срам вам, не можете помочь, молчите, говорите и действуйте, когда сможете помочь. Вот это ссор в политической жизни, он набрасывается главным образом, если у нас будет возможность, поговорим о этой войне против женщин как-нибудь. Это добрасывается в политическую жизнь, и это как таково отвлекает. На минимальном уровне это отвлекает от серьезных тем, которые идут промахи за промахами. А здесь еще вот такие безответственные деятели махают этими вещами. А как, кстати, можно, как вы считаете, Петр, использовать... во время выборов 4 ноября, вот то, о чем, допустим, говорит Илья, ведь существуют промахи, опять-таки, эту тему как-то можно будет раскрутить, допустим, чтобы демократы еще потеряли несколько мест в Нижней палате, к примеру. Ну, я думаю, это будет зависеть все-таки от того, как будет развиваться эта эпидемия. Если это будет, речь идет о одном-двум инфицированных, то я думаю, что нет просто-напросто. И поэтому сейчас, мне кажется, обе стороны, и я согласен с Ильей, что да, на самом-то деле безответственные заявления идут с обеих сторон, не только со стороны республиканцев. Ну вот, вы привели пример господина Джексона. Приведите пример такой безответственности. Не то, что я слепо защищаю, но дайте пример, если он так. Ну, я думаю, с господином Джексоном сложно сравниться по колоритности. Поэтому тут, конечно, я думаю, Эл Шартон сейчас еще. Эл Шартон, да, но это из-за того кемпа. Мы говорим с другой стороны. Я надеюсь, что Эбола, просто надеюсь, что она не будет серьезным камнем преткновения. Давайте перейдем к следующей теме. Итак, вторник. Пресса сообщает о двух взрывах, прогремевших на границе Ливана и Израиля, сообщает, что взрывные устройства были установлены и приведены в действие боевиками Хизбаллы. Взрывные устройства были установлены около месяца назад, после того, как на границе погиб Хасан Хайдар, специалист Хизбаллы по взрывчатым веществам. Согласно сообщениям ливанских СМИ, Хайдар погиб при попытке обезвредить установленное Израилем, как сказано, оборудование для шпионажа. Но напомню, что в результате первого взрыва осколками были ранены двое израильских военнослужащих. Они были доставлены в больницу. Израильские СМИ сообщают, что раненые являются бойцами саперного подразделения инженерных войск. Спустя два часа в этом же районе раздался еще один взрыв. Илья, здесь интересно несколько тем. Очень прежде всего, мы говорим сейчас о Хизбалле. Yes. Вот, мы знаем достаточно, что такое Хизбалла. И, конечно, по силе им помощи не сравнить с Хамасом. Следующий этап – это, опять-таки, угроза со стороны исламского государства, так называемого. И сегодня Израиль сегодня пока на это может смотреть со стороны. Вот. Пока, собственно говоря, исламское государство не продвигается все ближе и ближе к израильским границам. Они говорят о том, что наш следующий этап – это захват Иордании. Если уже захват Иордании, это непосредственно граница с Израилем. Да. То есть с разных сторон, опять-таки, Хамас и Фатх, объединенное коалиционное правительство, они встретились, правда, без Абу Мазана, сейчас они встретились в Газе. Да. Израиль разрешил депутатам проехать в Газу, вот фатховским. И это еще один очаг, который очень опасен для Израиля. Ваш взгляд? Очаг, да, но констелляция более важна, потому что она все смешана, абсолютно все смешано. Смотрите, всегда мы предпринимали Хизбаллу как марионетку Ирана. Иран
конечно, стоял на прицеле из-за своей атомной политики. Но в последние 2-3 месяца втянули Иран, как сказать, соратника в борьбе против ISIS. Конечно, это идиотизм, но вот что происходит. То да, как же, то сейчас, если втянули Иран в эту сеть, Ирану это прямо зомет. Потому что как нельзя смотреть одновременно Иран как спаситель западной цивилизации от ислама и одновременно угрожая западной цивилизации и соседям своим новым будущим атомным оружием. Идти против него санкциями. Конечно, да. Конечно, это прямо манна с неба. Сейчас, как же он позволит тогда свободную инициативу, свободную инициативу Хизбалле, чтобы они нарушили вот это временное уравнение. Причем сейчас идет разговор о том, что Иран, в принципе, уже едва ли не договорился вот с шестеркой посредников, да, международных. То есть, в принципе, получается, что все идет сегодня на руку Ирану. То есть и западные санкции ослабевают. Между прочим, да, здесь, я думаю, что непосредственно еще в игру вступают интересы Соединенных Штатов и Европы по отношению к России. Поскольку если снять санкции с нефтяного сектора иранского, то тогда цена на нефть падает еще, да, сильнее. Да. И так уже Россия тяжело страдает от этого всего. Но поскольку Россию сегодня призывают к тому, чтобы она образумилась, угу, вот то удары по цене на нефть, это, конечно, серьезный довод. Это отдельная тема, поговорим. Отдельная тема. Я говорю, в данном случае Иран, да, партнер. Несомненно, Иран партнер. Но более того, что, какие опции сегодня у Израиля? У Израиля опция сдержать исламистов в Сирии и таким образом косвенно поддержать Асада или дать им все, что возможно, по голове. Понимаете? Конечно, обе опции не нравится Израилю, значит, они его приводят к тому, чтобы он больше воздерживался от военных ответов и Хизбалле, и, конечно, то, что происходит. Один символический акт был, когда сбили самолет. Но, кроме этого, вот эта опция опять у Израиля, и сейчас известно, что Соединенные Штаты договорились также косвенно с Асадом насчет кооперации сдерживания. И все это из-за Турции, которая ведет себя абсолютно, абсолютно бессовестно и с цинизмом. Вот главный вещь, здесь приходит элемент цинизма. Я к вам еще вернусь по поводу чудесно. Турции, Петр. Значит, получается, вот то, что мы сейчас смотрим, получается, на каждом из этих фронтов Хизбалла, Хамас и Исламское государство, которые еще не подошли. Вот, с другой стороны, из Сирии уже в сторону Израиля летели какие-то ракеты, какие-то минометные снаряды. А в Сирии, как мы понимаем, Исламское государство как раз существует, в Сирии и Ираке. Mm-hmm. Получается, здесь такие пары любопытные. Иран, с одной стороны, это страна, которая поддерживает Хизбаллу. С другой стороны, сейчас, получается, Соединенные Штаты и остальные посредники пытаются наладить отношения с Ираном. Если мы говорим о Хамасе, Хамас и Фатх, они сегодня в объединенном правительстве, то есть это тоже какая-то вот такая двойная игра. И если мы говорим сегодня об исламском государстве, то, с одной стороны, не хочется укреплять исламское государство, потому что Башар Асад. С другой стороны, не хочется укреплять Башара Асада, уничтожая до конца исламское государство. Получается, везде как бы по паре причин, которые они абсолютно разных полярностей, разных полюсов. Да, вот действительно, я не знаю, то есть говорить о каком-то решении вопроса очень сложно сейчас, потому что действительно ситуация очень запутанная. Вы знаете, вот этот вот точечный удар, как его характеризуют израильские специалисты по безопасности Хизбаллы, он имел скорее символический характер, заявить о себе, заявить даже не так Израилю, как вообще всему миру, что мы оставляемся fighting force, то есть сила, мы остаемся сила, несмотря на то, что происходит с нашим союзником Башаром Асадом, да. Доходит дело вплоть до того, что та же Хизбалла характеризовала и характеризует вообще всю эту кампанию в Сирии как заговор
против, да, Ирана, против Асада, против себя, против этого треугольника, который инспирирован Западом, Израилем и ваххабистами. То есть, представляете, насколько уникальная... Это Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, да. То есть, насколько уникальная такая высказывается конспиративная теория, где Израиль и Саудовская Аравия и Запад работают заодно, с тем, сообща с тем, чтобы разбить этот треугольник. Действительно, очень казусная ситуация. Это еще раз говорит о том, насколько все-таки это комплексный регион. В этом отношении, мне кажется, с самого начала было очень, в этом я должен согласиться тоже с Ильей, заявление Белого дома было крайне неконструктивным, когда президент Обама заявил о красных линиях, red lines, которые он же сам потом... По поводу Сирии? Да, по поводу Сирии отодвигал. То есть это уже тогда был дан толчок такой вот немножечко непоследовательной политики, и в результате мы имеем этот... полную такую неразбериху, где до сих пор не до конца понятны вот альянсы и непонятен исход. А как вы считаете, Израиль в перспективе может действительно получить три фронта? Вы знаете, да. То есть единственное, что... Вот в данном случае, когда мы говорим, допустим, о летних военной операции, 50-дневная операция против сектора Газа, против Хамаса, ведь Хизбалла не поддерживала Хамас. Это разные, собственно говоря, позиции. Да. Ну, опять-таки, меня обнадеживает мнение многих вот, именно специалистов в Израиле, которые не посчитали эту выходку Хизбаллы как нечто, как, допустим, открытие нового фронта. Скорее всего, это точечная такая операция, на которую был дан точечный ответ. Это было приурочено к 14-летию, вы помните, да, троих убитых солдат, помните, которые были взяты в заложники 14 лет назад. А также, опять-таки, это сигнал Хизбаллы в условиях ее стремительного падения популярности этой организации в арабском мире. Потому что вы знаете, Хизбалла, как и Иран, это шииты, и они симпатизируют президенту Сирии, тоже шииту. Поэтому Хизбалла очень сильно потеряла свои позиции в арабском мусульманском мире. И мне кажется, это была такая вот акция отчаяния. Заявить о себе. Ну, то же самое, мне кажется, и со стороны Хамаса. Вот все, что происходило летом, да. Это попытка была заявить о себе, поскольку Хамас оказался как бы выброшенный, да. Вот, едва ли не на свалку истории. Илья эту тему затронул, я потом его спрошу. Ваш взгляд по поводу Турции? Претензии к Турции, почему вы не открываете как бы свой фронт? Во-первых, сейчас Франция заявила о том, что нужно сделать какую-то зону между Сирией и Турцией, где можно будет расположить вот этих всех беженцев. Опять-таки, Турция молчит пока на этот счет. Значит, следующий этап – это наземная операция со стороны Турции. Но, опять-таки, здесь, как всегда, это обоюдоострый меч, поскольку ни одному правительству не нравится, когда приходят в твою страну гробы и начинается, в общем-то, совсем нежелательные для правителей настроения, для руководителей страны. Итак, Турция. Вы знаете, с самого начала вот операции, то есть войны в Сирии, Эрдоган претендовал и претендует на лидирующие позиции в исламском мире. Эти позиции очень сильно подорваны. Всего лишь потому, что Асад остается у власти. То есть такой быстрой победы против Асада не получилось. А Эрдоган, президент Турции, очень большой его враг и противник. Поэтому сейчас он преследует целью втянуть силы НАТО, и в частности президента Обама, в наземную, что называется, boots on the ground, да, в наземную войну против Асада. Тот факт, что это Кобань, этот город, да, он под это город, где живут сирийские курды, тоже очень сильно осложняет ситуацию, потому что вы знаете, подобно иракским курдам, которые получили очень изрядную долю автономии в Ираке, сирийские курды претендуют на подобное. Для Эрдогана это просто было бы кошмаром видеть такое вот объединение, усиление курдских освободительных движений на севере Ирака, в Сирии. И, конечно же, нужно принимать во внимание огромное количество курдов в Турции. Уже вот в ответ на, как реакция на эти события в Сирии, уже имеет место очень волнение курдов в Турции. Несколько десятков было убито в ходе этих беспорядков. Поэтому сейчас у Эрдогана на нескольких фронтах очень большие неприятности. Но, как вот тоже Илья говорил, то, что он
если брать во внимание тот факт, что Турция является членом НАТО, то как член НАТО Турция играет очень опасную сейчас игру своими действиями, усиляя вот именно исламское государство. Илья? Турция, вот я продолжу. Турция играет очень-очень опасную игру, и она проиграет, я могу сказать. Она проиграет, она не будет контролировать Сирию, к сожалению, или не к сожалению, и она, конечно, не станет опять флагом исламского мира на Ближнем Востоке. Она не станет по различным параметрам, но сколько дров они наломали. Они не дали американской армии войти с севера тогда, седьмой армии. Они сейчас, что они делают? Их цинизм практически это прямо копирование русского цинизма с Польшей. Когда они сделали, взяли и разрушили всю польскую интеллигенцию в 40-м году и армию, убив их в Катыни, и когда они их ждали на Вистуле в 44-м году, когда немцы покончат со всем, разрушат это. Вот что Эрдоган делает сегодня. Он сидит и смотрит. Значит, беженцев он принял, женщин и детей он принял к себе в Турцию. Остались мужчины и молодые люди, которые воюют. Вот он сидит и ждет, чтобы их убили, расстреляли, потому что захватят город, и потом будут идти эти ICI из дому расстреливать всех оставших. Он хочет, чтобы курдов как можно больше расстреляли. И вот смотрите, вот опять этот элемент цинизма, он наяву. И кто-нибудь выступает сегодня с моралью, или папа римский, или папа антиримский, или мама какая-нибудь, никто. Никто. Вот это отсутствие ответа цинизму в случае геноцида, потому что курды, как ни странно, во-первых, их 30 миллионов. Их территория в четырех странах, Иран, Ирак, Сирия и Турция, это территория, которая равна территории Германии или Великобритании вместе взятых. Это громадная территория. Им президент Вильсон сказал, вы получите государство. Они единственные, которые из списка всех этих не получили. Эстония получила, Латвия, Литва и все другие, и Польша. Но они не получили, единственные. И 30 миллионов, сколько есть сегодня в Эстонии? 1,5 миллиона? У них есть моральное право требовать, что мир их сбрасывает с колеи истории, и более того, сегодня прямо их убивают. Их убивают, и никто ничего не делает. И этот Эрдоган думает, что убив их, он станет властелином, если не ведущим арабских, исламских стран на Ближнем Востоке, скажем, не говоря о том. Да, была и Османская империя, была и сплыла, как и римская, как и греческая, как и македонская и все другие. А у него где-то зацепилось, как у Володи Путина. Как видно, этот вирус, имперский вирус, реваншистский, я бы сказал. Им нужно дать вот эту книгу прочитать, как проигрывали короли. Давайте перейдем к следующей теме. Итак, среда. Специальный посланник ООН по Сирии Стафан де Мистура заявил, что мировое сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы не допустить захвата сирийского города Кобани боевиками исламского государства. По словам дипломата, падение Кобани означало бы в дальнейшем массовое убийство жителей и создавало бы прямую угрозу соседней Турции. «Действовать нужно без промедления», — сказал де Мистура. Тем временем коалиция, возглавляемая США, нанесла самые масштабные с начала кампании авиаудары по позициям исламского государства в городе Кобани. Петр, у меня к вам вопрос. Итак, мы, собственно говоря, сейчас продолжаем обсуждение этой темы, поскольку только что мы ее рассматривали с точки зрения Израиля. Теперь угроза исламского государства для всего мира. И здесь у меня к вам вопрос. Опять-таки, Соединенные Штаты. Понятно, что Обаме, Нобелевскому лауреату премии мира 2009 года, да и вообще, судя по всем его настроениям и интенциям, ему очень не хочется, только выведя войска из Ирака, продолжая выводить войска из Афганистана, ввязываться еще и в военную кампанию в Сирии сейчас. Исламское государство не только в Сирии, еще и в Ираке. Значит, меня удивляют сводки с фронта.
когда говорится о том, что томагавки летят, когда говорится о том, что ракеты, там мощь такая, самолеты и так далее. После этого рассказывают о 20 убитых боевиках и о 2 подбитых машинах. Мы должны понимать, что по определенным данным, если от 25 до 30 тысяч боевиков Исламского государства, а российская сторона совсем недавно, в конце этой недели, заявила от 30 до 50 тысяч. Может быть, у страха глаза велики, это я не знаю, но в принципе 25-30 тысяч человек, если каждый день будем убивать или во время операции по 20 человек, то эта война на добром для нас прежде всего не кончится. Наша позиция, Соединенных Штатов, наземная операция, все здесь, в общем-то, в этом согласны, не хотят наземной операции. Но с другой стороны, военные говорят, так можно бомбить бесконечно и не прийти ни к какому результату. А люди-то там гибнут, а Исламское государство угрожает. Мало того, мы дождемся, оттуда немало боевиков, которые приедут потом в Британию, которые приедут к нам сюда в Соединенные Штаты, мы можем дождаться потом терактов здесь у нас дома. Пожалуйста. Совершенно верно. И вы знаете, опять эта ситуация возникает, когда вот эта бомбежка сверху, она вызывает все большую симпатию со стороны гражданского населения к этим повстанцам. Ну да, то погибают люди, погибают, конечно, люди, и кого они винят? Они винят тех, которые пускают, со стороны которых летят эти ракеты. Совершенно верно. Эти люди знают эту местность лучше, чем любые, да, летчики, которые их... Я, насколько понимаю, идет уже нормальная такая партизанская война, когда они просто рассредотачиваются по домам, то есть они рассредотачиваются по городам. Бомбить города — это абсолютно совсем другое дело. Абсолютно верно. Поэтому всегда мы уже эту истину за последние 15 лет, вот начиная с операций в Ираке, в Афганистане, уяснили, что игра, то есть война с воздуха не выигрывается никогда. Поэтому если речь идет о создании этой коалиции, если американцы не хотят посылать своих солдат на земную войну, значит, нужно говорить о тех, кто готов их посылать, потому что иначе эта война не будет выиграна. Если Турция не участвует в этом, это очень большой минус, это очень серьезная, конечно же, проблема. Но покуда не будет политического решения, политической воли послать солдаты, действительно, это будет та гидра, которую мы будем постоянно рубить головы, но будут на ее месте. А вот как вам кажется, Америка, мировой жандарм, милитаризм там и так далее, но если что-то нужно вот где-то, то Америка посылает солдат. Так на самом деле было во всех войнах Соединенных Штатов, и во Второй мировой, и в Первой мировой войне, когда вошли во Владивосток американские солдаты. Это и Корейская война, это и Вьетнамская война. Это, кстати, и опять-таки зона западная, восточного Берлина, союзники и так далее. То есть Соединенные Штаты везде посылают. Нужно Нориегу убрать. Убрали Нориегу. Россия ведь не входит в эту коалицию. То есть со стороны... Когда это нужно тем или иным руководителям той или иной страны, Соединенные Штаты – это агрессор. А вот когда нужно спасать, оказывается, никого нет. В данном случае мы говорим о том, что Турция… Да нет, они сидят и ждут, когда вьетнамоамериканские солдаты войдут. Как вы считаете? Совершенно верно. Вы знаете, еще Роберт Каплан, очень известный такой политолог, сразу же после 11 сентября заявил о том, что вот эта ситуация, когда Америка является полицейским всемирным, в то время как… А Европа просто едет вот на этой повозке, да, которую, в которую впряжена Америка, и за счет Америки может, то есть развивается экономически и так далее, затрачивая очень малый процент, долю своего дохода, да, вообще на развитие вооруженных сил. Поэтому, если говорить об альянсе, Западном альянсе, о НАТО, то должен увеличиваться удельный вес вложений, да, именно со стороны европейских союзников. Мне кажется, это понимание уже назревает, и Германия намного более активно начинает включаться, и Франция, и так далее, без равного участия наших европейских союзников. Америка просто уже не может позволить быть себе этим полицейским. Обама сам об этом говорит уже последние несколько лет, что эта роль уже не по, просто уже не по силам Америки. Ну, кстати, вот, Илья, мне всегда интересно, когда возникает разговор с посторонними людьми по поводу того, что Соединенные Штаты агрессор, это же понятно, это американская военщина. Вот буквально, очень кратко, если мы говорим 45-й год, Соединенные Штаты, восточный сектор Берлина и вообще, то есть западный сектор Берлина и вообще западная Германия. Соединенные Штаты оттуда выходят, и ФРГ становится развитой страной, одной из самых развитых во всем мире. То же самое происходит с Японией. Капитуляция Японии, помогают Соединенные Штаты, Япония становится развитой страной, одной из самых в десятке развитых стран. То же самое происходит в Корейской войне.
Соединенные Штаты помогают Южной Корее, и Корея становится развитой страной. Соединенные Штаты выходят из Вьетнама, отдают Вьетнам социалистический, вот социалистической стороне. И Вьетнам десятилетиями прозябает просто в этом социализме. То есть на самом деле, а взять противоположную сторону, Советский Союз, Восточная Германия, которая была сателлитом Советского Союза, так же, как и все страны социалистического лагеря, и, собственно говоря, мы когда думали, живя в Советском Союзе, вот какая Восточная Германия, мы просто не понимали, что это на самом деле просто где-то провинция европейская. То есть сравнить с Западной Германией было невозможно. Илья, насколько действительно сегодня президент Обама способен принять вот такое волевое решение? Он не способен. Он не способен, а здесь ответ, конечно, политический, психологический. Мой ответ о психологии немножко может выглядеть натянутым. Смотрите, сегодня, вот маленький факт, и от этого последнего факта перейдем дальше. Вот этот черный флаг головорезов ISIS сегодня поднимается на 30 городов Ирана и 20 городов Ирака и 20 городов Сирии. И что прилетает на прошлой неделе президент Израиля Нетаньяху, и Обама выкручивает ему руки насчет постройки квартир. При такой констелляции мышления и в жирных кавычках стратегии невозможно ожидать от президента. Для него это не 180 градусов обратно, для него это 5 раз 180 градусов обратно. И смотрите, поймите, он вырос в этой среде. Он вырос в этой среде смотреть на Соединенные Штаты как негатив, 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 и ничего как негатив. Раз. Потом он стал. Потом у его супруги вырвалось, что она гордится, наконец-то она гордится впервые в это вот. Поэтому все друзья Обамы, это друзья, которые всегда, всегда поддерживали эту же политику. Ему сегодня повернуться, это вот как вы отвернетесь от всех ваших ближних друзей последних 20 лет. Вот психологически это практически невозможно. Это требует невероятную ответственность, невероятное понятие лидера и страны. Эти понятия отсутствуют, эта личность отсутствует. И даже эти вот, посмотрите, что было на этой неделе, когда вышла книга Панетты. Он сказал на Леон Панетта, я как раз говорил, да, для наших телезрителей, вот эта книга, она вышла, и в ней он критикует, ну, собственно говоря, в традиции американской. Вот. Конечно, он не будет пользоваться такими словами, как я. Но, с другой стороны, даже когда он говорит, он сказал президенту, что это теракт в Бенгази, и президент лгал и полетел на какую-то вечеринку, и это не первый раз и не последний раз. Почему? Потому что вот взять вот эту ситуацию прямо в руки, как быка за рога, это что не есть странно и ненатурально нашему президенту нынешнему. А это жаль. Смотрите, потому что даже я говорил здесь 5 лет тому назад и больше, когда президент не мыслит в стратегических ситуациях, когда вот эту поставку энергии, чтобы помочь всегда союзникам, будь от Саудовской Аравии или будь это от России, чтобы Соединенные Штаты могли всегда иметь резервуары газа и нефти, мы об этом совершенно не мыслим и не думаем. Понимаете? Наоборот, и по сегодняшний день еще Госдеп должен принять окончательное решение, позволить этой трубе или нет. Не говоря о том, что если это не будет, не говоря о всех этих потерях, Китай скупит это и будет сжигать без никаких Environmental Protection Agency ограничений. Но вот это серьезное, вот это отсутствие взрослых, я возвращаюсь, оно так коренно. И те, которые были, ушли. И те, которые были, ушли из этой администрации. И те, которые были, их не слушали. Петр, опять-таки вернемся к исламскому государству. В принципе,
Получается, что они настолько радикальны, что ряд арабских стран, они просто не хотят, чтобы и мусульманство, и вообще арабские страны с ними ассоциировали. Вот как с этим бороться? То есть, на самом деле, это же помогает соединиться с арабскими странами Западу. То есть, вот это исламское государство, получается, оно как бы позволило создать вот этот союз, вот эту коалицию. Знаете, бороться с этим очень сложно. Это нигилистическая такая вот идеология, да. Это, в частности, исламское государство, оно существует без границ и, соответственно, не играет по правилам обычного государства. То есть ответственности не несет. В частности, не несет за благосостояние того народа, тех людей, которые попадают под их контроль. То есть это чистое вот, управление силой, управление запугиванием террором. Вот использование этого террора очень колоритное. Об этом тоже многие говорят, в этом есть очень большой смысл. То есть они таким образом поддерживают контроль на своих территориях. И я считаю, что назрел тот момент, когда коалиция должна выходить за рамки существующей сейчас. Я забыл еще сказать, что боевики исламского государства заявляли, что могут вполне пойти и до Чечни. Вы знаете, что то есть нынешние границы Российской Федерации тоже могут стать под удар этого феномена. Это очень действительно опасно и только единым фронтом. А почему же тогда Россия не принимает участие в коалиции? Ну, после вы знаете, Россия заявлений? Сейчас, учитывая ее собственные кампании, в частности в Украине, ни для кого, я думаю, из наших зрителей сегодня не является секретом в том, что Россия участвует в военных действиях в Украине. Это только на руку, я считаю. То, что происходит сейчас, это очень такое, мне кажется, это очень наивная позиция, я считаю, потому что, опять-таки, это ЭГ, этот ISIS может стать очень опасным и для России. Но что касается краткосрочных целей, то сейчас Запад, США, Обама, НАТО очень отвлечены от Украины, отвлечены на тему ISIS. Поэтому Путин сейчас под этот шумок может продолжать, и то, что он это и делает, уже в другом немножко формате, продолжать достигать своих целей в Украине. Поэтому я считаю, что сейчас Кремль очень даже доволен развитием ситуации на Ближнем Востоке. Да, Илья. Вы сказали раньше вот о этой математике, воздушные удары. Конечно, это смешно, когда в конце дня говорят, было 5 вылетов самолетов. 5 вылетов самолетов. Знаете, что это мне напоминает? 50-й год, когда я читал в газетах всегда, сколько самолетов было сбито, американских было сбито в Северной Корее. Я помню, на первой странице, в правом углу, всегда это было, вот я это читал, сколько самолетов. И сейчас 5 вылетов было, это смешно. Это смешно, Ирану. Что, если они не могут против ISIS ничего сделать, то они сделают что-нибудь против Ирана насчет атомной энергии? Смотрите, это так наяву. Беспомощно, да? Это не надо быть политологом с 50-летней бородой. Бороды у вас нет, стаж. Срезу. Со стажем. Yes. Петр, у нас нет сейчас видеоряда, но давайте перейдем к другой теме. Меня в данном случае интересует ваше мнение по поводу того, что происходит в Украине. И как раз в четверг Петр Порошенко, он принял закон, кстати, о люстрации, то есть неугодные... Те, кто работал там, допустим, в системе государственной безопасности, там целый ряд различных структур, вот, нежелательно их присутствие в государственных органах Украины. То есть идет такая чистка. Вот. Кстати, постоянно говорят там о коммунистической партии, что нечего ей делать вообще, не только в Верховной Раде, но и в других местах и так далее. Буквально вот ваш взгляд, что происходит сейчас в Украине? Опять-таки, с точки зрения противоборства с Россией, но когда мы говорим о России, мы в основном говорим о Восточной Украине. А вообще, вот Украина сама по себе, поскольку я знаю, что у вас родственники в Донецке, да, то есть, вот ваш взгляд, поскольку вы первый раз вообще здесь у нас на телевидении, интересный ваш комментарий. Ну, очень сложная ситуация в Украине сейчас складывается, вы знаете, потому что что мы имеем сейчас? Крым отдан, и фактически отдан Донбасс, вы знаете. То есть идет процесс очень активный, замораживание конфликта в Донбассе, как мы с самого начала этого боялись, наподобие Абхазии. Ну, Крым не отдан, я бы так сказал, Крым захватили.
территорию. То есть это аннексия, никто его не хотел отдавать. Захватили, но не было ни одного выстрела со стороны украинских военных, чтобы попытаться его хотя бы оставить. А если бы был выстрел, как вы считаете, это все равно бы закончилось, понятно, победой России, только пошла бы кровь, да, огромное количество? Я не уверен, что было бы огромное количество крови, все-таки надо тоже отдать должное фактам. Большинство населения, подавляющее большинство населения Крыма не поддерживало вообще идею существования Крыма в части Украины. Я здесь спорить не буду. С Донбассом намного сложнее ситуация была. Поэтому все, что мы получили сейчас, там происходит очень кроваво. И вот эта игра, я должен заметить, что сейчас идет игра, такая плохая игра при хорошей мине. Игра в перемирие, которая позволяет сейчас президенту Порошенко идти на его блок, его партии, идти на предстоящих выборах в Раду в качестве президента мира. На самом деле, как такового... Партия мира, да? Да, партия мира. То есть президента партии мира. Это перемирие, это действительно вилами по воде писано. Вы знаете, я говорю со своей семьей, со своими родственниками, близкими, друзьями. И буквально вот фоном наших разговоров являются постоянно непрекращающиеся удары ракет. Идет ожесточенная борьба за аэропорт и так далее. Поэтому ситуация там сильно не улучшилась. Что касается вообще Украины за пределами Донбасса, да, за пределами военных действий, сейчас идет война в другом русле, в частности идет война за ценности, вот в контексте закона о люстрации, который подписал президент, уже очень много высказывается критики в адрес президента, что закон, который был в конце подписан, освобождает от ответственности очень многих чиновников, да, в частности госпожа Тимошенко и другие, Коломойский и так далее, Ляшко, были изъяты из этого закона, из той версии, которую в конце концов подписал президент. Многие вот эти вот пункты, которые освободили от ответственности, вот ту же Тимошенко, Коломойского, у которого несколько гражданств, и в оригинале был пункт, который запрещал, то есть который подвергал люстрации тех, у которых несколько гражданств, потом чиновников, которые были обвинены и в суде признаны коррупционерами и так далее. И что в конце мы имеем, это вот целый ряд чиновников, в том числе президент сам, который как президент имеет иммунитет, и депутаты Рады, они освобождены. Также освобождены все, которые служили меньше, чем один год в администрации бывшего президента Януковича. То есть назревает опять и продолжает очень сильно назревать этот конфликт, то есть конфликт интересов улицы и власть имущих. Вы знаете, сейчас вот в последнее время имеет место феномен народной иллюстрации, мусорной иллюстрации, когда очень публично на камеру телевидения хватается тот или иной чиновник и бросается в мусор. Поэтому все эти чиновники, которые сейчас с крючка вроде бы слезли, они сейчас очень имеют очень реальную такую перспективу оказаться жертвами народной иллюстрации. Многие сейчас в Украине, если вы там окажетесь, скажут, что грядет уже очередной Майдан в Украине, потому что то, что мы имеем, опять-таки, не реализованы фактически цели в Донбассе, увы, Донбасс как бы отдан фактически, назревают очень сложные экономические времена, связанные с наступлением холодов, зима, до сих пор не подписан контракт о поставках газа с Газпромом и так далее, поэтому Украине предстоит очень-очень сложные времена. Кстати, вот ваши родственники, что они говорят? Поскольку, ну понятно, что украинское телевидение говорит о том, что там сепаратисты, они распределены там по домам и так далее, их очень тяжело оттуда выбить, вот, и они расправляются с неугодными, там самосуд. Кстати, закон о смертной казни ведь принят в Донецкой Народной Республике, по-моему, и в Луганской тоже. Понятно, что российская сторона говорит о том, что да нет, это несчастные мирные жители, женщины и дети, которых громят со стороны Украины, а вот эти вот сепаратисты их защищают. А что говорят ваши родственники, два слова? Вот они понимают как-то ситуацию или они тоже в замешательстве? Ну, я должен сказать, что если брать Донецк сейчас в целом, то есть центр города и большинство районов, они не подвергаются обстрелу. Идет борьба в основном сейчас за очень стратегический, как это видят обе стороны, стратегический объект. Ваши родственники, они понимают, что происходит? Вы сами для себя? Вы знаете, нет.
Я должен сказать, что мало кто вообще вам может сказать, что действительно происходит, потому что вроде бы объявлено перемирие и одновременно и буферная зона, тем не менее продолжается ожесточенный бой за аэропорт, который продолжает оставаться в черте города. То есть кто воюет, за что воюет, это очень остается очень... Я прощаю вашим родственникам. Буквально минута у нас. Буквально минута. Смотрите, суммировать все это. Вот, две-три точки. Первое, смотрите, что сегодня Соединенные Штаты... Держава, которая должна быть лидер и которая должна противостоять злу, сегодня она выпрашивает помощь у двух их врагов, у Ирана и у Сирии. Факт. Друг НАТО, Турция ставит палки, да еще какие. Сейчас, с другой стороны, здесь есть общая концепция, она философия, нужно было бы дать ей больше времени, а это именно вот как плохой имидж, который имеет консерватизм. И почему? Потому что консерватизм, он сдерживает то, что было достигнуто. Порядок, отношения. Сейчас, когда ISIS хочет, чтобы государство было религиозным, Соединенные Штаты работали более 230 лет. Вернемся к Украине. К Украине. Украина — это его отдел. Благодарю за участие в программе. Спасибо. Петр, благодарю за участие в передаче. Приятно. Дамы и господа, я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Впереди еще у нас Columbus Day, так что хорошего вам продолжения лонг-уикенда и хорошего праздника. Всего доброго, до следующего воскресенья. До свидания.